Всем привет! В эфире программа «Настоящая работа». И с вами мы, ведущие Мөлдір. Және менің әріптесім Лена. Мөлдір, скажи, а ты боишься стоматологов? Әрине қорқам, ондағы құрылғылардың дыбысы, иісі де мен үшін қорқынышты. Менде дентофобия деп айтуға болады. Звучит устрашающе. Но, к счастью, мы сегодня не пойдем лечить зубы, а расскажем подробно нашим телезрителям о профессии стоматолога. Лена, ендеше мен балалар тістәрігеріне барып көрейін. Меніңше онда қорқынышты болмайтын сияқты. Хорошо, договорились. А я тогда отправлюсь к стоматологу общей практики, который подробно нам расскажет о тонкостях и сложностях своей работы. Ендеше құрметті көрермен, экран алдына жақынырақ жайғасып алыңыз. Біз жаңа мамандықтың қыр-сырын ашуға кеттік. Будет интересно, зуб даем. Многие боятся стоматологов еще из детства, однако и у взрослых, как, например, у Мөлдір, этот страх может перерасти в настоящую фобию, которая называется дентофобией. Из-за этого люди боятся врачей и терпят зубную боль до последнего. Поэтому сегодня мы решили рассказать вам о профессии стоматолога и доказать, что это отзывчивые люди, которые желают своим пациентам исключительно добра и здоровья. Кроме того, не стоит забывать, что на сегодняшний день существует много инновационных препаратов и методик лечения, поэтому даже самые сложные заболевания зубов можно вылечить с минимальными ощущениями. Первые стоматологи появились в Древнем Египте, и уже тогда они могли запломбировать человеку зуб. Кроме того, египтяне использовали специальный порошок, который в итоге стал прообразом современной зубной пасты. Сегодня гонка за то, чтобы называться самой дорогой пастой в мире, продолжается. Компании внедряют средства по уходу за зубами на новый уровень роскоши. Zeodent 300 – одна из самых дорогих зубных паст в мире. Ее цена составляет около $100 за тюбик. Эта зубная паста наполнена смесью минералов и фирменного ингредиента – натурального экстракта, который содержится в какао-бобах. Ее создатели обещают, что чудо-паста способна полностью восстановить и укрепить зубную эмаль. Кроме того, она имеет приятный мятный вкус и аромат, оформлена в красивый белый тюбик с золотым тиснением. Ежелгі Грецияның қалымдары соның ішінде әйгілі Гиппократты адамдарды тіс ауруынан арылудың жолын іздеген. Олар ауырсынуды емдеу үшін ыстық темірмен күйдіру әдісін қолданды. Ал ежелгі Римде тіс емдеумен және протездеумен дәрігерлер ғана емес, емшілер, сиқыршылар, шаштараздар мен зергерлер де айналысқан екен. Біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші ғасырда тіс ауруынан құтылу үшін римдіктер өсімдіктердің инфузиясын қолданды. Алайда негізгі әдісі тісті жұлып тастау еді. Бай адамдар үшін қымбат металдардан жануарлардың немесе кедей шаруалардың тістерінен протез жасалған. Ал біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші ғасырда стоматология тарихында жаңашылдық пайда болды. Рим дәрігері Архиген алғаш рет бұрғылау арқылы тістің целлюлозалық камерасын емдік мақсатта ашты. Ал бүгінгі ғылыми-техникалық прогресс бізге 100 жыл бұрын керемет болып көрінетін және 1 минутқа тоқтамайтын мүмкіндік береді. Дамып келе жатқан жаңа технологияларды назарға алып, стоматологияның болашағын болжауға болады. Обычно пациенты думают, что стоматолог – это специалист по зубам. На этом знания большинства заканчиваются. Но хорошо подумав, большинство людей вспомнит, что удаляет зубы хирург, а лечит терапевт. Но на самом деле разновидностей стоматологов гораздо больше. Чтобы легче было разобраться в табличках на дверях кабинетов, давайте с ними познакомимся поближе. Стоматология состоит из одонтологии, пародонтологии, ортодонтии, протезирования и челюстно-лицевой хирургии. Через несколько минут мы познакомим вас с врачом-стоматологом общей практики. Это тот самый врач, который занимается всем понемногу. И лечит, и удаляет, и брекеты ставит. Плюсы такого подхода в том, что пациент находится в одних руках. То есть он привык к этому врачу, наладил с ним контакт, и никто ему больше не нужен. Однако стоит отметить, что хороший стоматолог всегда трезво оценивает свои силы и в случае сомнения направит пациента к более узкому специалисту. Прямо сейчас я нахожусь в стоматологическом кабинете и познакомлю вас с врачом-стоматологом Атажаном Абдураимовым. Здравствуйте! Здравствуйте! В первую очередь расскажите немножко о себе, почему вы выбрали эту сложную работу? Так как я являюсь из династии врачей, из семьи династии врачей,
более такая вот врачебная профессия была по душе. Именно уклон я дал в область стоматологии. Почему? Потому что современная стоматология, она позволяет очень много в разностороннем направлении имеет возможности направлений, так как есть стоматология терапевтическая, это лечение, ортопедия, замещение дефектов, протезирование, хирургия, это имплантация и все остальное, ну и ортодонтия, то есть исправление прикусов. Ну, про гигиену я, в принципе, могу уже не говорить, все это включается в терапию. Вот. А сколько лет вы уже работаете стоматологом? Стаж работы у меня уже 8 год. А за это время были такие мысли, что вы хотели поменять, может быть, эту работу? Ну, иногда возникали мысли, но так как я очень люблю свою профессию, я уже целенаправленно шел, и мне неохота было менять ее. Вот. То есть уже двигаться в этом, да, направлении? Да. Здорово. А что больше всего вам нравится в вашей работе? Мне нравится дарить людям улыбку и счастье. То есть когда человек обретает новую улыбку, он еще и обретает уверенность в себе. То есть как бы человек осмысляет жизнь заново, охота улыбаться, охота развиваться, быть счастливым. Конечно. Вот. Имея классную, красивую улыбку. Расскажите, пожалуйста, что сейчас вы будете делать пациенту, с каким недугом он к вам пришел? Пациент к нам пришел и обратился за помощью по поводу лечения зубов. Возникла острая боль, надо ее купировать немедленно, помочь ему, чтобы ему было не больно. Расскажите, пожалуйста, а почему вы обратились именно в эту клинику? Я не впервые обращаюсь и... Доверяете, наверное, да, конечно, уже своему стоматологу? Здорово. Ну, давайте начнем тогда лечить нашего пациента. Начинаем, приступаем. А по времени сколько займет времени сама процедура? Ну, от 30 минут до часа времени примерно уходит. Зависит от сложности каналов, от тяжести процесса. Вот, иногда бывают пациенты на обезболивающих препаратах очень долго ходят. Приходится много и часто обезболивать. Вот. Ну и зависит от самого зуба, от сложности процесса. А чаще всего вот с какими проблемами к вам обращаются пациенты? Бывает в основном острая зубная боль. Первая необходимая помощь – это купирование этой болевой реакции, чтобы как бы облегчить его участь. Вот. Потом уже в плане ортодонтии – это исправление прикуса, замещение дефектов зубных рядов, протезирование при помощи коронок, имплантация по хирургии, вот, либо протезирование, изготовление съемных зубных протезов. А вот вы сами волнуетесь, может быть, перед процедурами? Как-то, может быть, какое-то волнение все-таки присутствует, хотя вы уже столько лет работаете? Да. Иногда при сложных операциях, которые мы проводим, ну, возникает чувство волнения. Ну, иногда, я думаю, у всех врачей такое чувство будет возникать. Почему? Потому что это ответственность за свою работу, за жизнь пациента, за дальнейшую его судьбу. Надо будет ему помогать. Конечно, у вас очень ответственная работа. Тут не поспоришь. А на данном этапе что вы будете делать пациенту? Будем лечить зубик. Зуб 1,5 находится в острой стадии воспаления. То есть это как бы, ну, народным языком говоря, пульпит. То есть воспаление нервного зуба. Надо будет обезболить, удалить этот нерв, запломбировать канал под рентген диагностикой. Потом поставить пломбочку. Если нуждается, то изготовить коронку и запротезировать этот зуб. Сегодня у меня есть уникальная возможность попробовать себя в роли стоматолога. Акция «Удалите зуб бесплатно», да? Так что мы сегодня... Планируем зуб, но не будем удалять. Я буду помогать в качестве ассистента. Здорово. Так. Зеркало, да, это называется? Смотровое зеркало. Так, это в правую, да, руку? Планировочный материал. Я буду готовить, вы будете извлекать при помощи шпателя. Шпателя и гладилки. Берете той стороны. Так. Вот, чуть-чуть. О, это сложно. Давайте я вам помогу. Так, 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 кажется. Все. Вот так. Сейчас. Так. Очень такая, да, скрупулезная работа. Вот. Ага. Так. Мы подготовили полосы зуба. Ага. Я продую, просушу на всякий случай. А зачем это нужно сделать? Чтобы избавить поверхность зуба от слюны и народных фибер. Так, теперь куда мне это накладывать? Накладывайте на полость зуба.
Вверх. Вверх, да. Сюда. Да. Давайте. Моделируем это все дело, чтобы зубик стал красивым. Вы себя нормально чувствуете? Коленки дрожат, я чувствую, да? Далее. Теперь мы засвечиваем лампочку. Это такая специальная лампа, да? Вот здесь. А сколько нужно? Лучей света, оно приобретает твердую форму. Ага. То есть лампочка одним словом перебьет. А по времени сколько нужно держать? От 15 секунд до 20-25. Ага. То есть нервы мы убрали, каналы запломбировали. И вы мне помогли поставить пломбочку. Первую в своей жизни. Если решено стать стоматологом, то нужно понимать, что эта профессия не только интересная, престижная, но и очень ответственная. Поэтому в первую очередь необходимо получить высшее медицинское образование. Кроме того, специалист должен продолжать учиться на протяжении всей своей врачебной деятельности для повышения качества своей работы. Ведь стоматологическая отрасль постоянно развивается, поэтому хороший специалист должен быть в курсе всех инноваций в сфере медицины. Жан следует этому правилу и регулярно посещает научные конференции, которые проходят в самых разных странах. А это плюс ко всему интересные знакомства и посещение новых мест. С 2005 по 2008 год я закончил медицинский колледж на базе медицинского университета Южно-Казахстанской области. Вот. Потом с 2008 по 2014 год я поступил. Я обучился в Карагандинском государственном медицинском университете. Вот на протяжении этих 5-6 лет мы обучались мануальным навыкам, приобретали знания. Вот, так как на базе нашего университета очень много профессоров, вот, преподавателей очень хороших, с высоким знанием своей профессии, нам, в принципе, в процессе обучения было легко. Вот, ну да, были свои трудности, но мы с этими трудностями справлялись. Потом мое обучение уже проходило в странах СНГ и за пределами ее. Первая моя поездка была в Москву по хирургической стоматологии в плане имплантации, вот, навигационная хирургия. А дальше мы уже ездили по разным странам. Я могу перечислить некоторые из них. Первая моя заграничная поездка была в Таиланд. То есть в Бангкок мы ездили, у нас была конференция по костной пластике, по НКР, направленной костной регенерации. После поездки в Бангкок у нас была конференция в Испании, в городе Барселона. Также на протяжении 4-5 дней мы обучались, было очень интересно, разные программы, отработка мануальных навыков на специальных фантомах. Вот. Чтобы как бы закрепить полученные знания. Была поездка по странам Европы, то есть это Франция, Бельгия, Голландия, Германия. Вот. С 2011-2012 году мы еще ездили в Южную Корею, в Сеул и в Японию. Там же также проходили научные конференции. Профессия стоматолога требует постоянного взаимодействия с людьми, поэтому такие качества, как коммуникабельность и доброжелательность, являются обязательными для стоматолога. Кроме того, врачу постоянно приходится работать с мелкими элементами, требующими предельной аккуратности. Работа является очень кропотливой, скрупулезной. Человек усидчивый должен быть, в основном терпеливый, очень должен любить свою работу. Почему? Потому что профессия является, как бы можно сказать, такой легкой с одной стороны, но на самом деле она таковой не является. Вот, чтобы достичь определенного уровня, надо учиться, работать, повышать свой профессионализм, вот, расти постоянно. В 2021 году стоматологические услуги, а если быть точнее, протезирование зубов и имплантация были включены в список услуг, на которые может быть использована часть пенсионных накоплений. Как отмечают в ЕНПФ, значительная часть заявлений по лечению направлена именно на стоматологические услуги – 82,96% от всех исполненных заявлений. К слову, в среднем шымкентцы за прием в стоматологический кабинет
кабинетах оставляют от 15 тысяч тенге и выше. Чаще всего лечат кариес, но есть и дорогостоящие процедуры. Например, установка брекетов обойдется жителям Шымкента от 70 тысяч до 2 миллионов тенге. В плане цены и прайса это всегда зависит от клиники, от материалов, с какими они работают. Почему? Потому что в основном все товары и материалы расходные покупаются за границей. То есть, и в основном цена всегда привязана к курсу евро, доллара и других валют. Так как мы пока не производим никаких материалов, нам приходится закупать, и поэтому цена, конечно, соответственно, и дороже получается. Атажан Абдураимов отмечает, что очень любит свою профессию. Конечно, есть свои сложности, ненормированный рабочий день, психологическое напряжение, работа с разным контингентом людей. Но благодарные пациенты с красивой и здоровой улыбкой – это наивысшая награда и мотивация для нашего героя. Запросов очень много, и все хотят быстро, на скорую руку, чтобы это было, во-первых, дешево, по времени, в кратчайшие сроки и безболезненно. Конечно, на самом деле это не всегда так. Есть определенные трудности. Вот. Если у пациента, например, внутри полости киста или зуб там чуть ли не гнойный, они хотят отбелить эти зубы, ну, как-то не сходится. Лучше излечить основную болезнь, а потом уже все остальное в плане косметологии зубов, отбеливания и чистки всего организма. По работе нам приходится очень долго находиться на месте в самой клинике. Почему? Потому что иногда, даже если и ведем 8-10-часовой прием, приходится, например, прийти на работу в 10 утра и вплоть до 8, либо до 9 часов вечера нам приходится работать. Иногда даже поздно. То есть бывают пациенты, которые уезжают срочно, и нам как бы приходится под них подстраиваться, чтобы помочь. Проблемы с зубами мало зависят от сезона и других внешних факторов, поэтому стоматологи являются стабильно загруженными специалистами, имеющими постоянный поток пациентов. Это позволяет не только иметь стабильный доход, но и со временем начать частную практику. По словам Атажана Абдураимова, чтобы открыть свою собственную стоматологическую клинику, в первую очередь нужно желание, во-вторых, медицинское образование и, в-третьих, материальная база. То есть открытие клиники, стоматологии – это не такая уж и легкая процедура. Вот. Во-первых, должен быть определенный срок работы. То есть, например, не проработав от 5 лет и меньше, нельзя как бы получить лицензию. В этом плане там свои запросы и определенные параметры. Потом, как я и говорил, это знание, желание и материальная база. То есть не так легко. Если вы попадете на лечение зубов к нашему герою, будьте уверены в том, что вы уйдете с красивой улыбкой и хорошим настроением. Ну а я пока еще попрактикуюсь в качестве врача-стоматолога, а вам предлагаю узнать, как там дела у Мульдыр. Ауырған кезде ғана маманға баратын мөлдір бүгін құласаң нардан құла деп тіс дәрігерінің жұмысын жасап көрмек. Бастысы мен сақадай саймын, бірақ мына жердің иісінің өзі мені қобалжытып жатыр, бірақ шыдау керек, фобияны жеңеміз. Жұлдыз Мелиева балалардың тіс саулығына жауапты маман. Бір күнде 3-4 бүлдіршінге көмек береді. Сондай-ақ тәжірибелі маман кішкентай пациенттің жыламай отыру үшін ерекше лайфхак қолданады екен. Ассистенты болам, не? Сізге көмек берейін бүгін? Конечно, бізге ассистент керек. Не істеу керек? Сіз перчатканыз киіп, бірінші очередь, қолыңызды жақсылап обработка істеңіз. Мынау, иә? Иә, иә. Жоқ. Подожди. Бүгін мен Жұлдыз ханымға көмек беретін боламын. Ассистенттің қызметтерін түсіндіріп өтсеңіз. Енді дәрігер болу қайда? Біріншіден, істеп атқан материалдардың барлығын үйреніп алыңыз. Бірінші бізге бинер қажет болады. Бинерден кейін протравка бересіз. Потом потихонечку уже пломбаларын бере бересіз. Номерін айтам, қандай свет пломбасын қоямыз, соны А2, А3 айтам, солан бересіз қажетті заттарды.
Үйге қолғапты киіп алдым. Биннер, татрапка, ломба, иә? Иә. Аха. Қазір есеп жатамыз. Қазір дайындал тұрмыз ломба салуға. Ақарыс, иә? Ақарыс, иә, үлкен жігіт. Ашамыз аузымызды. Молодец. Тістәрігер болу қиын, иә? Бірақ балалардың тістәрігер болу екі есе қиын. Балдармен? Сөйлесіп, әңгімелесіп, тіл табу керек. Сонымен, онша қиындығы жоқ. Если ашамыз аузымыз қатты, уже ақарысы екінші ма, үшінші прием келіп тұр. Екі тісін емдедік. Бүгін үшінші тісін емдеп жатырмыз. Ампутациясын істеп қойғанбыз біз уже. Соған бүгін уже постоянно пломбасын салып береміз ақарысыға. Бүгін уколын салмаймыз. Бірінші келген кезде бірінші приемді уколдарын салып, ампутациясын істеп қойдық. Бүгін тек қана пломбасын салып береміз. Соңғы жылдардағы зерттеу нәтижесіне сүйенетін болсақ, тіс шегісі 2 жастағы балалар арасында 62% құрайды, ал 3 жастағы балалардың 85% тіс ауруымен ауыратыны дәлелденіп отыр. Ал жалпы тіс шегісі, яғни кариес ауруының таралуы республика бойынша 98-99% құрайды екен. Ал тісті сақтаудың басты 3 шарты бар. Ол ауыз қуысын дұрыс күту, дұрыс тамақтану және жас кезінен салауатты өмір салтын ұстану. Маған қажет болады қазір бинер. Иә, ашамыз қатты ақарыс. Пломбадан алдын қолданамыз. Кептіріп аламыз, терін жақсылап. Ашамыз қатты ақарыс. Молодец, молодец. Бізге енді световой лампа керек. Молодец, ақарыс. Иә, сол, тура таптыңыз. Молодец. Ашамыз қатты. Жаға керек болды. Ұстаңыз. Мына жерге өтесіз сіз. Бізге жағасыз, мына емдеп жатқан тісіңізге жақын алып келесіз. Келіңіз бірге. Келіңіз, ашамыз қатты. Ақарыс, көзіңіз жұмамыз сәл кішкентай. Молодец. Молодец, ақарыс. 20 секунд ұстаймыз. 20 секундтан кейін өзі автоматически өшеді. Молодец. Ашамыз, ақарыс. Ашамыз. Иә, орнына қоясыз. Бізге енді қажеттігі протравка. Протравка бересіз бізге. Сынады ке? Иә. Ашамыз қатты. Иә, барлығы шприц сияқты. Бұл пломба енді салу үшін протравить етеміз. Мөлшерін, көлемін қалай анықтайсыздар? Балансыне қарай, иә, объемын көріп, свет түні көріп. Емдейміз. Бірінші бұл пациенттің кішкентай балдардан сұраймыз. Аппақ тіс керек ба, қызыл тіс саламыз ба, пломба, сары ма. Балдар өзі таңдайды, ақарыс үлкен жігіт екен, бүгін белый пломба салып беріңіз деп айтты. Қыздар особенно розы таңдайды, қызыл пломба таңдайды, детский пломбаларымыз бар. Бүгін ақарыс үлкен жігіт екен, белый аппақ пломба таңдады. Ашамыз ақарыс, молодец. Если вы регулярно откладываете посещение стоматолога до лучших времен, вполне возможно, вскоре вам придется идти на обследование к врачам другого профиля. Больные зубы и десны могут спровоцировать ряд болезней, на первый взгляд никак не связанных с ротовой полостью. Например, поражение сердца и кровеносных сосудов. При наличии множественных кариесов легко могут развиться проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками. По словам специалистов, неправильный прикус у ребенка в раннем возрасте может стать одной из причин неправильного произношения. Картавость, шепелявость – все эти дефекты речи могут стать большой проблемой в некоторых профессиях. Но помимо профессиональных затруднений, они также вызывают появление комплексов и неуверенности в себе. Одеваться было хорошо? Стимис, бегаем спа? Чахсма? Угу, ашамс. Бүгін болдық. Сіңізі емдеп болдық. Емдеп қалады. Иә. Бүгінде мамандығын жаны сүйетін Жұлдыз Милеева алғашында әкесінің қалауымен оқуға түскенін жасырмады. Әрі өз саласының қызығы мен қиыншылығы туралы айтып берді. Сол мектеп бітіргенін соң папам айтты. Сол тіс дәрігер бол, кішкентай балдарын емдейсің, жақсы. Қорқыныш болды оқуға түскеннен кейін. Сол стоматология деген ол оңай жұмыс емес. Пациент, каждый пациент жұмыс істеу керек, например. Сол үшін сәл кішкене қорқыныш болды.
папам поддержка беріп, уайымдама, барлығы жақсы болады. Сол профессияны таңдағаннан кейін жұмыс істеу керек, оқығаннан кейін. Қиыншылығы сол бірінші кезде ен пациентпен сөйлесіп, әңгімеде айтуға сәл ұялып, сәл қиындау болады. Әңгіме айту, сұрау, қайтсын бар болады. Сәл қорқынышты болып, қолыңмен аузын ашу қорқынышты болады. Бір-екі пациент қабылдағаннан кейін қорқыныш кетіп, уже смел, уже можно работать, да, уже. 7 жылдық тәжірибесі бар тест дәрігерінің айтуынша, ең алдымен мамандығыңмен балаларға деген махаббат болу керек. Кішкентай пациенттің саған сеніп жыламай отыру үшін онымен досы секілді сырласа білуің қажет дейді. Неге біздің ағарысын емдетіп болды? Ағарыс ауырды ма? Жоқ. Мүлде ауырмады ма? Жоқ. Қанша уақытта келесің дәрігерге, тест дәрігеріне құрылма қорқпайсың ба келуден? Жоқ, қорқпаймын. Мүлде қорқпайсың ба? Жоқ. Енді келесің ба тағы да? Иә. Молодец, ал енді тәтті жейміз ба? Ойланып қалдың ба? Молодец, енді ағарсы неке, сен дәрігерден қорқпай, жыламай тісін емдеткенің үшін осындай саған мадақтама береміз неке, ала ғой. Және мына жерде сыйлық таңдап ал. Кел, қандай сыйлық таласың? Ала ғой. Және де мынадай смайл. Дәрігердің лайфхағына сүйене отыра, кішкентай пациентті біз де марапаттап көрдік. Молодец! Құтты болсын! Ну что, мой насыщенный рабочий день подошел к концу, и сегодня я убедилась в том, что работа стоматолога очень интересная, но невероятно сложная. И я уже с нетерпением жду Мольдер, чтобы спросить у нее, удалось ли ей справиться с дентофобией. Мольдер! А вот и Мольдер! Привет! Ну рассказывай, удалось справиться с твоей фобией? Жоқ. Почему? Жоқ, екені. Мен балалар тістерігерім негізі қорқынышты болмайтын шығар асағатты деп ойлаған едім, бірақ екесе қиын екен, ол үшін бір мамандық иесі болу аздығы деді екен. Яғни ол үшін психолог болу да керек, себебі балалардың жылағаны кәдімгідей жүрегіне батады екен. Сондықтан аздап қиындау болды, бірақ шыдауға болады. Ал сенде қалай болды? Ой, у меня сегодня был очень интересный рабочий день, и я даже сама попробовала запломбировать пациенту зуб. Саган, пациент там амбатюр? Ну да, конечно, он жив, с ним все хорошо, потому что со мной был стоматолог с 8-летним опытом. Саман болса болды. Құрметті көрермен, мінекі бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды, осымен бағдарламамыз тәмәм. Всем пока и вовремя обращайтесь к стоматологам.